Как зовут? Панасюк Андрей Николаевич. Что здесь делал? Приехал, сейчас отправил меня. Отправили с каким заданием? Что Ром, сказали? Ром. Сказали защищать Родину. От кого? Сказали, что защищать Родину от чеченцев, там, от чеченцев кого-то. Встретил тут кого, хоть одного чеченца? Нет, я никого не встречал. Я не хотел никого убивать, нахуй. Ну если закон такие, если я пошел в армию. Ты же контракт. Что думаешь о своем руководстве? Честно скажи. Я вам говорю честно. Что о своем руководстве думаешь? Я никогда не хотел. Что ты своим землякам передать хочешь? Чтоб в будущем мир и спокой был. Не надо никого убивать. Лучше жить мирно и счастливо. Сожалеешь о том, что нет, я сюда не пошел? Нет, я сюда ехал, сожалею. Ты в курсе, что здесь мирных людей убивают? Детям твои сослуживцы. Ноги отрезают. В курсе или нет? Распинали. Что об этом скажешь? Это очень плохо. Очень. Где трактор? Мне хорошо. А ты жить хочешь, да? Я хочу жить. Я еще не побачил ничего в своей жизни. По-русски разговаривай. А он побачил, смотри на него. Он побачил. Ему 17 лет, он побачил. Я Панасюк Андрей Николаевич. Я служу 25 часов. Я приехал сюда. Мы поможем тебе сейчас, мы в санчасть тебя отвезем, не переживай. Я... Наши врачи помогут тебе. Я сожалею, что так вышло. Да, я каюсь. Свободный алкоголь. Каюсь дуже. И тут нормальные люди, они тоже защищают свои семьи. Они не хотят тоже поганого никому. Я дуже каюсь в этом, что я сюда вообще пришел. И хочу, чтобы был мир на всей земле. Послушай, друг, когда мы отпустим тебя, передай своим друзьям, передай своим землякам. Мы на своей земле, мы просто хотим жить и работать. Я тоже хочу жить и работать. Так зачем ты воевать пришел на нашу землю? Тоже хочу жить и работать. Какая техника с вами стоит? Мне не надо. Фонаря вы там ни хера не видите. По артиллерии что стоит? Ой, по артиллерии, она, походу, разбомблена после вчерашнего дня вся полностью. Да? А занули мы вас, да? Минометных расчетов сколько осталось? Алло. У нас минометов не было. Только артиллерия? Видел, какие пушки? Вот это Ленина, самоходная гаубица, 2С1 или 2С3? Рома, не напрягай его, Рома. 2С1 или 2С3? Какие гаубицы стоят? Я не разбираюсь в этих пушках. Ладно, хорошо, успокойся. Какой вам приказ утром дали? Для чего вас утром заслали к нам? Это третья рота, нам да? Нам сказали, что наш командир сказал, что надо нам отступать. Это вы так отступали? Командир так сказал. И послал вас сюда отступать, да? Да. Чтобы вы отступали в село Шахтерское, да? Откуда вы отступали? Поднял, мы ехали. Откуда мы вы отступали? Отступали вы откуда? Вы зашли из Шахтерского, вы зашли из Новосибирска. Нет, вас большие я тебе объясню, да, большие. Сколько потерь? Я не в курсе. Соляра есть? Колонна дошла до вас, соляры? Нет. К вам позавчера колонна шла. А о чем вы ехали? Как вы заправлялись? Вам позавчера колонна шла. Ну соберись, соберись, не плыви. А то мы сейчас тебя взбодрим, блядь. Есть метод, блядь. Можно обезболить еще, пожалуйста. Ковите, сейчас тебе врач поможет. Один врач, у меня не массовый батя. Он плывет, плывет. Сока или Черновое? Чернового заходили, да? Да. Мы с него сошли. Прямо на Черновом церковь внизу стоит. Я не знаю, что уходили. Да. Вот и там такая. И там тоже батя церковь. Да. И с Чернового зашли. Разорвало. И прямо в Шахтерское. Ну, здесь мы вас выбили, куда вы ушли? Когда мы вас выбили с Шахтерского, куда вы ушли? Вот с нами ехали, короче. Куда вы ушли, когда мы вас выбили? Куда вы ушли? В какое село? Нет, мы стояли в Шахтерске вчера, когда вы у нас... Здесь, в Шахтерске, вы стоять не могли? Да, я тебе отвечаю, я может быть... А где вы стояли в Шахтерске? Где именно? Да. В Шахтерске где вы стояли? Тут уже ампутация полная. Конечно, с откуда, по-любому. Тут уже нехуй ловить. Да ну
что ты переживаешь уже там, блядь? Ну то живой будешь, мы тебя домой отпустим. Просто скажи мне, откуда вы зашли и куда вы шли. Вот и говори. Я вас обманивать не собираюсь. Ты со мной общайся. Смотри, смотри. Обманивать не собираюсь. На меня смотри, успокойся, никто тебя не дрогнет. Я помогаю. Мне врач помогает, видишь? Вижу, можно? Просто скажи, сколько техники с вами шло? Что? Сколько техники шло? Держись. Сколько шло техники? Подними чебок выше. А он не поднимет. Сколько шло техники? Сейчас замотаем. Сколько я видел, я скажу, сколько? БМД сколько шло? Подожди, там доправ, не просил, сейчас замотаем. Постарайтесь его, чтобы он живой был. Ему 20 лет, жалко эту паскуду, блин, правда. Спасибо, что привезли. Лежи, лежи. Лежи. Давай. Маме твоей тебе передадим, блин. Идиота, блин. Спасибо, что такого идиота привезли. Не волнуйся, не волнуйся. Лежи, не волнуйся, солнышко, все тебе сделаем. Ну что, помощь оказывать, да? Да, спасибо большое. Позывной. Позывной. Сынок, позывной какой у тебя? Позывной нету у тебя позывного? Нет. Ну рассказывай, нормально все? Да, все нормально, спасибо вам большое, что привезли меня. Так, ну короче, помощь оказывают. Можно там сейчас, чтобы без подробностей снять? Будете прочищать сейчас, да? Будем оперировать. Сначала, а потом операцию. Оперировать. Все нормально будет? Да. Выживет, да? Конечно. Угу. Ну, все, давай, давай. Давай.